вот голубочек оживает. Дай бог, а то умирал тогда, когда перевели. Кушает уже. Это хорошо. Бежанчики наши. И турочки. И кое-какие другие азиатики. Все нормально, слава богу. Так что вроде бы начал выкарабкиваться. Он такой классный вообще голубь. Он ходит, кушает. Это главное. Старый очень, на пенсии живет. Так что сюда уже приучили, можно сказать. Скоро будем выпускать на улицу. Такой крупный этот самец. Наши прелести. Ты даже крылышками уже, да? Ну, уже какает нормально, слава богу. Все. Яйца даже снесли. Два здесь. Подложим под других. Кушай, кушай, кушай. Ну, в общем, кайфуют, все у них есть. Водичка есть, минералочка есть, лохмонушка такая, голубочка. Красавчик. Эти белоглазые такие прикольные. На улицу выпустим, им полегче станет. Голуби, которые летают, не болеют. Ну и травка пока еще есть. Они ее покушают, и будет вообще замечательно. Всякие штучечки понаходят себе. Такая красотень, как в сказке. Всем удачи, друзья!